В здании администрации Северского района прошло очередное расширенное рабочее совещание. Перед обсуждением запланированных вопросов в преддверии Дня спасателя почетными грамотами, благодарностями и памятными медалями наградили сотрудников районного аварийно-спасательного отряда. В рамках заседания антитеррористической комиссии муниципального образования обсудили работу по обеспечению правопорядка, пожарной безопасности, предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. В период празднования нового 2023 года на территории Северского района на охране общественного порядка и безопасности граждан будет задействовано именно во время проведения мероприятий, посвященных Новому году, 32 сотрудника, 25 представителей общественных объединений правоохранительной направленности. 6-7 января 2023 года на территории Северского района в 14 храмах Русской Православной Церкви состоятся праздничные богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова. Примут участие в охране общественного порядка 32 представителя общественных формирований, 57 сотрудников органов внутренних дел. В работе полицейские будут использовать металлодетекторы и служебных собак. Кроме того, на случай ЧП сформирован резерв сотрудников районного отдела МВД. Активизируются и пожарные. На время длительных праздников немаловажно обеспечить бесперебойную работу предприятий ЖКХ. На усиленный режим переходят и сотрудники мусороуборочной компании. По информации мусороуборочной компании, в праздничные дни с 31.12.2022 года по 8.01.2023 года предприятием в целях наведения санитарного состояния Северского района будет осуществляться работа согласно маршрутным графикам в усиленном режиме. Запланировано задействовать 20 единиц спецтехники, вывоз твердых коммунальных отходов в праздничные дни с мест общего пользования, так имеется в виду контейнерные площадки, будет производиться ежедневно. Вывоз с частного сектора, там где у нас запланирован пакетный сбор, запланирован согласно утвержденным графикам. Вот у кого из-за возросшего количества мусора выходных точно не будет. Праздник сотрудники, задействованные в уборке и вывозе мусора, встретят только 1 января. Со 2 на работу.